Лучшие студенты-танцовщики страны живут в Алтайском крае. В Томске завершился всероссийский хореографический конкурс «В движении». За звание лучшие дэнс-команды России боролись представители из 7 регионов. Победа досталась танцевальному коллективу Технического университета «Технопарк». С победителями встретилась наша съемочная группа. Раз, два, три, четыре. Любые победы начинаются с упорных тренировок. Несколько раз в неделю в Техническом университете отрабатывает и изучает новые танцевальные движения лучшая студенческая дэнс-команда России. Технопарку уже 6 лет. За это время команда не раз становилась призером региональных конкурсов. И вот очередная громкая победа. Теперь на всероссийском уровне. На танцевальном конкурсе «В движении» за звание лучшего танцевального коллектива страны сражалось 10 команд. Создатель и хореограф технопарка Александр Пучков признается, сначала сомневались, стоит ли участвовать в конкурсе. Мы совершенно не хотели туда ехать, потому что конкурс был не нашего формата. Мы привыкли к совершенно другим конкурсам, чтобы приехать и поставить номер постановочный, показать, который мы много-много долго работали. А здесь был батловый конкурс, когда люди собирались, чтобы провести битвы. Это совершенно другой формат, не наш. На конкурсе командам предстояло выполнить не совсем привычное для них задание. Жюри по жеребьевке распределило музыку, а участники должны были поставить номер всего за ночь. Технопарку досталась композиция Паганини «Каприз». Танцовщикам пришлось учить движение за несколько часов, а потом сразу же танцевать перед жюри. С большим отрывом победу одержали алтайские танцовщики. Технопарк! Нет предела совершенству. Даже то, что мы выиграли, ну, как бы выиграли, все классно, отпустили, и нужно работать дальше, потому что подтверждать статус победителя намного сложнее, чем его зарабатывать. Мы поняли, что останавливаться ни в коем случае нельзя, потому что здесь мы уже лучшие, надо выходить на российский уровень. Ну, в этот раз получилось. За победу технопарку вручили грант 50 тысяч рублей на развитие коллектива. Но самым главным призом стала путевка на всероссийскую студенческую весну в Казани. Уже в мае следующего года алтайские танцовщики поедут подтверждать статус лучших в России. Технопарк! Олеся Роженцова, Сергей Балуев. Новости.